Mon existence, microfilm d'action. Marseille, au premier plan du générique. Plan séquence sur la vie qui m'amène à donner le rythme. Tout est écrit, comme dit le script. Le décor installé, moi, je suis l'enfant des cryptes. Je grandis les yeux collés aux vitres. Jeune premier au mic, dans la rue, je décrypte. Что делать, если вы попали в ДТП со спорной ситуацией, а ваш папа не депутат? Тогда неплохо, чтобы у вас был папа гол. Видеорегистраторов на рынке много, но сегодня мы поговорим об одних из лучших – моделях P1 и P3 тайваньской компании PapaGo. Внешне герои нашего обзора очень напоминают советские телевизоры «Электроника», только маленькие и с камерой в попе. У меня в детстве был красный, а у вас? Выглядят они одинаково, но P1 выгодно выделяется на фоне поголовно черных регистраторов своим белоснежным окрасом. Диагональ голубых телеэкранов составляет 2,4 дюйма с разрешением 320 на 240 точек. Внешний вид устройств можно охарактеризовать одним словом. Они прикольные. И единственное, к чему можно придраться, это габариты, не подходящие для скрытной установки за зеркалом заднего вида. Но, во-первых, мало кто захочет прятать такую красоту, а во-вторых, многие функции требуют размещения устройства в поле зрения. В комплект входит крепление на присоску с возможностью не только регулировать угол наклона устройства, но и вращать его. Также имеется и крепление для стационарного монтажа на двойной скотч с возможностью быстрого снятия. Но это для смелых. Оставив его ночевать в машине, можно наутро узнать, что папа сделал гоу через боковое стекло. Недавно компания Nokia начала устанавливать в свои смартфоны объективы из 6 линз. А для PapaGo это обычное дело, ведь здесь они именно такие, со светосилой 2,8 и сверхшироким углом обзора 130 градусов. Качество записи настолько хорошее, что этими регистраторами можно не просто снимать ваше путешествие на работу и обратно, но и всякие торжественные события, например, день бухгалтера, если у вас вдруг не оказалось видеокамеры под рукой. Единственное, все это должно происходить недалеко от вашей машины, так как встроенными аккумуляторами устройства не обладают, зато шнур зарядки длиннющий, 1,4 метра. Высокая детализация позволяет без проблем зафиксировать номера автомобилей даже ночью. Оба регистратора оснащены функцией VDR, и это не только расширенный динамический диапазон, но и максимально быстрая адаптация к изменению яркости освещения, скажем, при заезде и выезде из туннеля. И пусть туннель в Украине один, но он есть, и ДТП может произойти именно в нем. Матрица 3,5 мегапикселя позволяет записывать Full HD видео при 30 кадрах в секунду, а вот в 720p можно и 60 в формате TS с кодеком H264, который можно воспроизвести стандартными средствами Windows. В последнее время автомобили становятся все умнее. Разнообразные электронные системы следят не только за тем, как вы едете, но и за вами, определяя, насколько вы устали, и предлагают вам чашечку кофе, например. А что делать тем, у кого нет денег на новенький Mercedes? Ну, можно ограбить банк, например, но есть варианты попроще. Приобрести видеорегистратор PapaGo, ведь кроме основной функции, тут есть множество дополнительных. Например, младшенький способен считывать дорожные знаки и уведомлять о максимально доступной скорости на данном участке приятным женским голосом. Он будет напоминать вам, что вы слишком долго находитесь в движении и пора бы сделать привал, указывать на то, что вы забыли включить фары при въезде в туннель или паркинг, а также выдаст звуковой сигнал, если вы, находясь в пробке, завтыкали и впереди стоящий автомобиль уже поехал. А вы все еще очень увлечены чтением Твиттера или ВКонтакта. Какой умный малый, скажете вы, но подождите, большой черный брат может куда больше. Во-первых, в P3 встроен GPS-модуль, который не только зафиксирует скорость на видео, но и предупредит о приближении к камере контроля скорости, ну а в нашей стране к знаку, ее обозначающему. Но есть и пара функций, способных приблизить старенькую шестерку к Volvo. Регистратор способен определять расстояние до впереди идущего автомобиля и при критическом приближении уведомлять вас звуковым и визуальным сигналом. Функция оповещения при смене ряда очень полезная на трассе штука. Она может привлечь ваше внимание, если вы, например, засмотрелись в карту или задремали и вот-вот выйдете на встречку. А вот в городе сигнал будет звучать практически постоянно. Благо функцию можно легко отключить до следующей
следующей вылазке на дачу. Все-таки система, встроенная в авто, учитывает включенный поворотник при перестроении, умеет будить вас вибрацией на руле и подтягиванием ремня, и даже возвращаться в полосу движения. Но папа Гоу на то и папа, чтобы максимально заботиться о нас. Просто мог бы быть не таким назойливым, а в нужных местах чуть более настойчивым. Если вы заблудились, можете сверить свое местоположение с вшитыми в устройство картами Google Maps. Правда, навигацию устройство осуществлять не может, но в сложной ситуации выручит. С обновлением прошивки и чернявенького научили читать дорожные знаки. Приятно, что производитель не забывает о поддержке своих устройств. Я не зря еще в самом начале назвала регистраторы Papa Go лучшими на рынке. Это действительно так. P1 мало того, что единственный белый в виде регистратор, так еще и обладает наилучшим качеством записи. У меня сложилось впечатление, что P1 оптимальный выбор для города, а вот P3 для тех, кто много времени ездит по трассам, так как в городе сигнал о пересечении разметки звучит слишком часто, да и с манерой езды наших водителей сигнал о несоблюдении безопасной дистанции практически не замолкает. С другой стороны, помощников можно включать только на трассе. Я езжу аккуратно и внимательно, поэтому себе возьму беленький, а всяким гонщикам рекомендую P3, и, возможно, он сможет предотвратить ДТП, а не просто выступить безмолвным свидетелем, если не дай бог. Не забывайте про фары и ремень, будьте внимательнее на дорогах, помните про помеху справа, ставьте лайки нашим видео, подписывайтесь на наш канал.